Причем, вы знаете, вот я хочу вам сказать, вот этот вот крем с маслом какао, при всем том, что тоже он противоречит, все, что в больших банках, всегда считалось, что это не очень хорошего, как бы, ну, ведрами, да, то есть хорошие крема, они рассосовываются и там все. Но вот этот крем, он решает проблемы с кожей, вот у молодежи, те, которые вот до этого они и не решались. Там какие-то вечно какие-то шероховатости кожи, вот что, как крем не подходит. Либо те же акне, вот если взять просто хороший наш очиститель и вот масло какао, даже можно и не брать гель акне, ну и внутрь попринимать там бердок, орех. Очень хорошо работает. То есть вот единственное, что я вот рекомендую, я, например, не пользуюсь всей банки. Опять-таки, я беру поменьше, там 50-миллилитровую какую-нибудь баночку, накладываю туда. У меня есть лопаточки из других кремов пооставались. Можно, знаете, вот брать, когда заходите, разовый там кофе, и такие палочки пластиковые, да, палочки. Вот такой палочкой можно набрать на ручку. Вот. Но если вы будете из маленькой баночки брать, то можно и пальчиком, потому что закончится, вы опять положите лопаточкой, ложечкой чайной аккуратненько. А остальное закрыли, чтобы все время не открывать и не лазить туда рукой. Вот единственное такое мое вам пожелание. Вообще наша косметика вся антиаллергийная. Но вы же сами понимаете, столько масел сюда входит. Мало ли на какое-то масло если у человека аллергия. Ну, надо все пробовать, попробовать. Причем так, если вот вы попробовали и реакции нету, то это не, то все нормально. Если какая-то реакция наступает через 2-3 дня, это уже не реакция от этого. Может, вот я позавчера попробовала, у меня сегодня веки отекли. Или там как-то, да? Потому что у меня, например, у сестры аллергия на прополис. Если взять чашку горячего молока, капну туда, знаете, прополис, пьем иногда, настойчика, и пройти мимо нее пройти, то через 5 минут у нее будут чесаться глаза, она будет чихать, и у нее начнется отек. Вот это вот аллергия. А если через 3 дня, через 2, то еще неизвестно, что этот человек ел, что он пил, и от чего у него это. Может быть, вот так вот каким-то накопительным, но это не аллергия, это индивидуальная непереносимость на какой-то компонент.